Так, четвертая попытка дать мат двумя фигурами. Так, ну вот видишь, мы уже... У нас уже есть на примете одна конструкция. Но до нее еще очень долго. Ты стенки тира ответишь сразу, чтобы он стрелял туда. Заранее, да? Ты не забудешь соперника? Так, коней нельзя менять. Вот он сейчас поменяет, смотри. Пусть бьет. Почему коней нельзя менять? Объясни мне, почему, зачем на коне для этой конструкции? Конь будет отскакивать с матом. Как? Ну, как-нибудь. Что ты делаешь? Ты просто ставишь фигуру, ты даже не смотришь на доску. Да. Бей на e6. Глубокий точный расчет. Глубокий. И точный. Два слабых двое. Иначе мы были без фигуры. А сейчас он не ловит нашего коня? У него слон под боем не успеет. Конь сюда уйдет. Так, у нас лишняя фигурка. Лишние пешки. Две. Лишние пешки. Я поэтому говорю, что надо было тщательно посчитать. Иначе можно было без фигуры остаться. Нет, не меняй его. Конь c6. Нет, стоп, если, будешь, если будешь материал выигрывать, это не очень. Надо. Почему? Надо нагонять. Нагонять. Страха. Пока это тоску нагоняет, скорее. Конь e5 я бы за черных пошел. Я бы конь b6. Или конь. Нет, конь b6 не очень. Так, ну мы пока ни на секунду не приблизились к. Почему? Приблизились, посмотри, какой слон. Хорошо, слон хороший. Как его использовать? Не знаю. Нужно ковырять королевский фланг. Ладья нельзя менять. Нужно ковырять королевский фланг. Расширимся пока. Ладья нельзя менять. Ну, если очень хочется, то можно. Он, кстати, по-моему, хорошо играет, нет? Ну, нет. Нет? Нет. Просто я плохо. Что это за ход какой-то один? Без пешки. У нас много, конечно, в замасе было. Ладно. Ладно. Типа все защищено, все посчитано. Нет, слон g5, по-моему. Печалило. Чуть-чуть. Так, как мату приблизиться теперь? Скажи, пожалуйста. Какую мату? Гайла, типа, ну что это вообще невозможно сделать просто. Почему? Просто невозможно. Потому что. Хватит ныть. Так, почему ты сюда заехал, не? Куда? Не на c7. А, да, на c7 можно было заехать. Взяли. Ага. Можно, но король e8 все. Ладья под боем уже, потому что он король d7 хочет. Слон c1 тонко перекрывал пункт c3. Все, идем ферзей. И ставим вот этот мат, который я тебе сказал. Вообще я его сказал. Ну да, который ты сказал. И получаем мат какой-нибудь пешки. Ну, было бы неплохо. По-моему, рано, нет? Получать мат пешкой. Ну, по-моему, мат клеит, нет? Пытается. По-моему, тоже. А? По-моему, тоже. Ну, сейчас пойдет, смотри, g6. О, есть у нас клеточка. Чувствуешь? Сейчас g5 будет сыграно. Ты что ли там черными играешь? Да. Ну смотри, какая сейчас так. Будет f5. Ох. Такую идею запорол. Так, добавь ему минуту. Да, и вот он шанс. Нет. Почему? Потому что. Так, ты захотел выиграть слона.
Поменять, точнее. Да, поменять. Не получилось, что он выигрался. Все, шахи закончились. Ж4 еще есть. Ж4 это сильный шах. Сыграно. Смотри, ну он до конца сопротивляется. Нам нужно поток. А у тебя автопревращение стоит или нет? Да. А нужно его выключить. Зачем? Чтобы конь какой-нибудь был или слон. Блин, точно. А, ну ладно, не придется. Хотя можно было бы дать и двумя ферзями. А, он сдается, нет. Да, вот, нас не интересует этот соперник. Вот. Будем ждать.